Всем привет! И снова я готовлю. С вами Екатерина Сафронова, канал «Леди Сельхоз». Сегодня я путешествую по своей кухне. Хочу показать, как я готовлю гречневую лапшу с куриными сердечками очень-очень быстро. Так сказать, рецепт для ленивых. С гречневой лапшой, соусом терияки, с перцем болгарским. Добавлю еще кунжут. Так, смотрите. Сердечки куриные, я буквально их просто разломала под теплой водой. Внутри они еще замороженные. Но это самое то как раз. То есть я сейчас их положу на сковородку и буду их обжаривать. Скорее всего, сначала они обварятся, то есть так как они там водянистые. Потом чуть-чуть поджарю, ну и дальше покажу. Так, лапша у меня вот такая гречневая. То есть сердечки у меня стоили 169 вроде бы рублей. Перчик у меня вышел порядка 70 рублей. Лапша 50 рублей. Соус такой стоил мне 99. И масло кунжут добавлю еще. Все, поехали, смотрите. Так, что мы делаем дальше? Смотрите, у меня сердечки пожарились. То есть все замечательно. Сейчас я поставила кипятить чайник. Сейчас кипит вода. Лапшу гречневую я наломала. Желательно помельче. Потому что она имеет свойство слепляться. И чтобы ее было удобнее перемешивать, я ее наломала, постаралась вот такими где-то небольшими. Так, смотрите, сердечки я не солила, только добавила масло. Так как у меня есть собака, я отложила ей сердечки. Они без соли. Я их порежу, и будет у собачки угощение. Так что поели не только мы, но и собака. Так, заливаем примерно вот так. Закрывала. Добавляем газ на полную. Масло у нас уже добавлено подсолнечное, поэтому у нас ничего слепляться не будет. Ой, я много воды добавила. Водички можно добавить поменьше. Так, мы сейчас будем ее тогда выпаривать. Вот что у нас получилось. Лапша гречневая готовится очень быстро, 3 минуты. Поэтому на большом огне, не закрывая крышкой, все, как раз пускай она готовится. Вот. Так, берем соус терияки, ну и я вот так вот где-то посыпаю, поливаю. Хотя кто-то может и посыпать, если у них получится. У меня не получилось, поэтому я решила полить. Так, вот так, думаю, достаточно. Потом попробуем на вкус. Все, можно вот так прикрыть крышечкой, пускай стоит томится. Так, ну все так же, огонь не убавляла. Вот что у нас получилось.
Все это похоже, если честно, на кашу-малашу. Ну что я вам могу сказать? Это очень вкусная каша-малаша, которая мне нравится, которую я частенько готовлю. Готовится она очень-очень быстро, когда я прихожу вечером домой с работы. Времени особо нет. И я что-то вот такое надо приготовить, чтобы было вкусненько, быстренько. Добавляем кунжут. Кунжут я вообще люблю. Кунжут вообще сам по себе. О, все, кончился, надо новый покупать. Так, ну что? Все? Кто любит позажарить и может поджарить, довести до жаренков. Кто жаренки не любит, то все. Вот такая вот кашка-малашка готова. Надо, чтобы она еще постояла. Сейчас я убавлю. Пусть еще постоит минуты 3, чтобы кунжит у нас по одному все-таки тоже приготовился. Давайте маленько попробуем. Все в меру. То есть я не солила. Соли достаточно от соуса терияки. Очень вкусно. Ну что, пробуем? Ну смотрите, не такая уж это, конечно, каша-малаша. Ничего сильно не липнет. Очень вкусно. Все гармонично. Соус терияки не пересолил. Лапшу. Пахнет вкусно. Как всегда, все вкусненько. Очень замечательно. Ну что, друзья, все, на этом я завершаю. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь обязательно на мой канал, кто еще не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Напоминаю, что в конце апреля мы едем в Крым. Мы едем на машине. Буду нынче снимать все более поподробнее, потому что мне написали, что очень как-то размыто я все сняла, поэтому дорогу постараюсь поснимать более подробно. Смотрите, подписывайтесь, жмите на колокольчик. А еще самое главное, делитесь моим видео со своими друзьями в соцсетях. Это очень хорошо помогает развитию моего канала. Буду вам очень за это благодарна. Пишите комментарии, кто готовил, кому как, что у кого получилось. Кому понравилось, кому не понравилось. Буду ждать от вас ваших комментариев о блюде, которое вы приготовили. Ну все, пока-пока. Целую вас.